Только для вас хочу разыграть самый лучший фильтр в FIFA Mobile 19. Для того, чтобы вам принять участие, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, влепить здесь огромнейший лайк и написать любой комментарий. Результаты сегодня в группе Влад Капуста в 10 часов вечера. Всем вам хочу пожелать удачи. Доброго времени суток, с вами Влад Капуста. И я думаю, то, что каждый из вас задумался уже, как поднять себе монетки в этой версии FIFA Mobile 19. Да, особо так нас цены не радуют на рынке, потому что цены вообще бомбические на самом деле. Я таких давненько не видел цен, но скажу вам так, если вы придумали хороший фильтр и вам впадло реально классать своими руками, и можете просто-напросто взять и оставить свой телефон на часика 2, 3, 4, то тогда для вас это самый подходящий вариант. Итак, что мы делаем? Мы заходим в Play Market, нажимаем поиск, кликер, ищем его, нажимаем вот сюда вот, автоматический кликер, и нажимаем открыть. Я нажимаю открыть, а вы нажимаете установить. После этого нажимаете запустить расширенный режим. Итак, запускаете, ждете, пока реклама пройдет. Прошла реклама и закрываем. Вот у нас появилось вот такое дополнение. Мы зажимаем вот сюда вот, выбираем его в нужное нам положение. После этого что мы делаем? Мы переходим в FIFA Mobile 19. Мы перешли в FIFA Mobile 19. Нажимаем рынок, нажимаем поиск. Например, вот такой вот фильтр поставим сейчас. 81 поставим. Давайте выберем позицию. Нападающий убираем. Тут ПП только ставим. Тут убираем вратарь. Итак, цена. Повторяем все за мной. Сохранить нажимаем. Нажимаем поиск. После этого что нам нужно сделать? Мы нажимаем на плюсик. Первый плюсик мы сюда отводим. И должно сделать вот такой треугольничек. Сейчас посмотрите. Главное, чтобы у вас все было как у меня. Мы будем только 3 позиции скупать, потому что другие позиции нам даже не нужны будут. Смысла от них вообще никого не будет. Так, мы нажимаем дальше. 4. Главное именно, чтобы вот эти вот слоты выкупались у нас, видите, первый слот, второй, третий слот. Можем, конечно, добавить плюсик, если вдруг у нас ошибка будет, и кто-то другой купил нашего игрока, но это такая редкость на самом деле, потому что кликер почти всегда успевает самым первым купить игрока. И это огромный плюс, потому что человек сам не успеет сделать то, что может успеть кликер. Вот так вот кликер работает, все абсолютно сам нажимает, и вообще ничего не делаем. Грубо говоря, за меня делает этот кликер. Я, грубо говоря, ставлю этот кликер на часик, на 2, на 3. Он скупает игроков, после этого я выставляю их на рынок. Конечно, на рынке они бывают продаются там часик, 2. Но все же за один день, либо за 2, можно себе поднять нехилое количество монет и купить себе состав мечты. Ребята, это реально действующий способ. Главное иметь хорошие фильтры. Если у вас реально есть годные фильтры, то просто-напросто напишите их в комментариях, либо мне в личных сообщениях ВКонтакте. Я постараюсь поделиться этим фильтром с моей аудиторией. Я думаю, то, что каждому из вас реально пригодится этот способ. Давайте сейчас посмотрим вообще, как у меня это получается действие. У меня, кстати, есть такая маленькая нарезочка, то, что я вчера успел купить, то, как у меня вообще это действие работает. Ну и вообще, настроить это легче простого. Если вдруг вы хотите, чтобы перестал ваш кликер работать, просто-напросто нажимайте вот сюда вот. Это реально самая легкая возможность зарабатывать себе монеты в FIFA Mobile 19. Ну и самое основное, это то, что автоматик кликер у многих из вас поддерживается на смартфоне. Вот это вот огромный плюс. Кстати, я хотел бы каждого из вас пригласить в нашу лигу. Вот сейчас ставим, мы вас ожидаем там. Ну и если вам вдруг нужна крутка FIFA Points, вы знаете, к кому обращаться. Цены, правда, приемлемы.
А с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Надеюсь, вам этот ролик оказался полезным. И всем вам до скорых встреч. Всем пока-пока-пока.